Новогоднее чудо добралось до детской деревни Сос. Роль зимнего волшебника для ее подопечных сыграл Владимир Ужицкий. Малышей он навестил в компании сказочных персонажей. Гости пришли не с пустыми руками. Подарком для подопечных деревни Сос стала корзина мандаринов и сладостей. Думаю, что вы сегодня получите огромное удовольствие. Ну, кроме того, что мандаринки есть, подарки есть. Поэтому сегодня у вас день хороший, замечательный. Не обошлось и без зрелищ. Волонтеры молодежного парламента показали малышам новогоднее представление. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.